Работа с жалобами и обращениями жителей – приоритете городской власти. Сегодня анализирует данные портала «Добродел» не только за минувшую неделю, но и в целом за месяц. В антилидерах – первые и четвертые рэпы. За месяц по их работе 63 и 28, соответственно, претензий. Это в разы больше, чем у других управляющих компаний. Елена Ковалева поручает заместителю Дмитрию Чинихину собрать управляющие компании, жители которых обращаются с проблемами на «Добродел», чтобы вместе провести анализ, разработать меры по стабилизации, как в целом ситуации, так и с ответами жителям. Максим Красноцветов докладывает о ходе строительства социальных объектов. Школа на Богданова 72% готовности. Будущее строительство школы на Студенческом уже огорожено. Ведутся проектные работы по пристройке к 7-й школе. Кроме того, город нашел 2 земельных участка для строительства детских садов. Начинается реконструкция стадиона «Труд». Год у нас прорывной, отмечает глава города. Эти объекты создадут задел на последующие десятилетия развития города. Нам старается помочь губернатор и стараются помочь все министерства. Вариантов у нас никаких нету, все мы должны сдать вовремя. Именно поэтому нам доверяют областные деньги, нам доверяют федеральные деньги. Елена Владимировна призывает сотрудников администрации анализировать стратегии развития страны и региона, чтобы при планировании 5-летнего плана в Ивантеевке наш город был в тренде. Сегодня это развитие наукоемких технологий и кластерное развитие отраслей в Московской области.